Евангелие от Марка 14:26 написано: «И воспев, пошли на гору Елеонскую». Что-то известно о том, о чем пел Иисус Христос и 12 апостолов? Я отвечаю, тут это вопрос такой, это надо знать историю еврейского народа. А я с евреями разговариваю, вот в московский, допустим, синагогу зашли. А что вы на пасту поете? Да как отцы наши пели? А что они пели? Псалом 119, 120 и до 133. Вот это они воспевали. Ничего не придумывая, не добавляя, не изменяя. Да.